ребятишки закидывают снежками костер. Дорогие друзья, с масленицей вас! С масленицей! Мишаня, не грусти! Зима кончилась, на волю выходишь, лето настает! Привет, Марфуша! А это русский Петрушка. Вот и наши блинчики. С малиной, с красной икрой, с яйцом, с абрикосом, со сметаной, с ветчиной, с медом. А это что у нас? Узбекский плов. С масленицей вас! Друзья, всем привет! Из старого русского города Кострома. Сегодня мы побываем на масленичных гуляниях в этом городе. Побываем в трех точках в центре города, где сейчас я нахожусь, в парке Берендеевка и в парке на Никитской. Площадь вся перекрыта, кругом палатки с сувенирами, с вкусностями. Передо мной концертная площадка, где проходит концерт. Гражданки, россияне и иностранки, здравствуйте, все люди на свете, а вместе с ними и ваши дети. На теплых берегах позабыли о делах, только вот ведь не задача. Теща к ним. В прошлом году гуляния проходили на той стороне дороги у красных рядов, сегодня на Сусанинской площади. Пирожочки. Выбирай. Шашлычок. Вернулся злой, да как тросточка худой, всю кровинушку попила. Вот такие, брат, дела. Шашлыка всегда в масленицу много. Ну что, у вас еще не потекли слюньки? Русский самовар, кто замерз, чай. Столы стоят, где можно это все съесть и спить. Концерт продолжается. Народ гуляет. Вот и наши блинчики. С малиной, с красной икрой, с яйцом, с абрикосом, со сметаной, с ветчиной, с медом. Выбирайте. Шашлык. Привет, Марфуша. Какая тебе Марфуша? Я не зима, Февруня. Хороша Февруня. Давай, пока. Пока, молодец. В самом центре сковородки происходят русские забавы, хороводы. Пока звучит музыка, вы все ходите, командующий, ты смотри, ты должен пролезть. Еще одна маслена, маслена Света Чегоровна, Красносельская. Ну как я скажу слово, лопнули, значит... А это русский Петрушка. Здорово, Петруня. Привет, мужик. Сыграем на балалайчике. На иконочку заработаем. С праздником тебя. Праздником. Заходи, если чего. А мы дальше идем. Дружочек, пойдем. Заходи, заходи. А мы угощали. Петровская гармония здесь. Здесь у нас купчиха с купцом, с самоваром, с баранками, с сахаром. А это что у нас? Шуба. Ты так угощали, что чуть не умер.
Мышонка поймали. Мышиный король. Молодцы, у нас еще народ остался. Ширис, Ширис. Вот такие масленичные гуляния в центре. Еще а мы отправляемся дальше. Пару Берендеевку. Я продолжаю свои масленичные приключения. Следующая точка – парк Берендеевка. Сразу же нас встречают шашлычки. Здесь, в этом парке, самое веселье, самые масленичные гуляния. Ишь, косолопый. Итак, вхожу в зону Берендеевки. Комарохи, русские девчонки, лошадка, коза, гиреза. Мы сейчас идем по аллее, по парку. Идем к кукле масленицы, где ее будут сжигать. Здесь всячески происходят игры для детишек особо. Мальчишки где-то нашли мяч и палками играют. Хотя нет, здесь специально для них сделали зону игры. Скакалка. Посмотрим, как паренек будет скакать. Да, развлечений много. Попади в окошко. Ну и народу больше, чем в центре. А здесь происходят бои на мешках. На лавочке. Шиби ближнего. Еще одна детская скакалочка. Не получается. Народные поделки. Лотереи, розыгрыши. ДШИ номер 2. Художественное отделение. Молодцы. Парк находится в Сосновом Бару. Здесь всегда очень красиво. Это что у нас тут за лошадка? Место для фотосессии. Покорми лошадку. Так, я в какой-то хоровод втесался. Самовар с баранками. Не скучно, не скучно здесь. И здесь у нас есть гармошка. Первый парень на деревне. Всегда приходите с детьми на такие праздники. Они здесь не заскучают. Впереди главная площадка. Главная сцена праздника. За Берендеевым прудом еще есть сцена. Так, а вот и знакомые динозавры. Помните мою новогоднюю прогулку? Елки 2020. Где-то я их видел. Так, там есть паровозик. В прошлом году я здесь был. Этих аттракционов не было. За год такие изменения. Поставили карусели. Из ватрушек карусель. Понаблюдаем. О, знакомый товарищ. Понаблюдаем, что происходит на сцене. Ах, красавица! Встречали мы тебя хорошенько, хорошенько.
продолжаем свою прогулку. Идем впереди у пруда. Там у нас кукла-масленица. Мы пришли в зону общепита, где можно купить и шашлык, и блины. Блин 15 рублей, сгущенка 30. Вот все цены. Сосиска в тесте 40, пицца 50, чай 20 рублей. Ай, дымок идет от самовара. Для кого-то праздник, а для кого-то тяжелая работа. 43 куска, 200 рублей. А запахи, запахи. Да, ребята, здесь уже проголодались наши. Какой казан. Тут плов, наверное. А это что у нас? Узбекский плов. Пожалуй, я здесь останусь. Казанчик какой. Я в таких в армии готовил 250 литров. Я тебе с шашлыком помогу. Поваром был, да. Русский самовар. Моя душа не вытерпела. И взял я шашлычок. Отметим мы сейчас праздник. Всех поздравляем с Масленицей, с весной. И простите меня за все. Мы пришли к Берендеевым прудам. Здесь тоже проходят всяческие развлечения, перетягивание каната с семьями. Вот там парк-отель Берендеевка, Терема. Здесь снимался фильм «Сказка Снегурочка». Готовы? Поехали! За кого болеем? Так, иду дальше. Шашлыков наелись. Блинов мало. Масленица с блинами должно. Одни шашлыки кругом. Так, МТС, кирпичи какие-то развалило. Семья, любовь, да. Что-то здесь происходит, но, честно говоря, не пойму. Так, ладненько, идем к кукле Масленицы. Сейчас будем сжигать зимушку. Берендеевы пруды замерзли. Народу очень много. Я иду в самую массовку. К Берендееву терему. Итак, друзья, я в гуще событий. Всем привет. Вот она наша зима-зимушка. Народу собралось очень-очень много. Центральное телевидение. Я ваш главный режиссер-оператор. Здесь тоже есть сцена. Идет представление. Народные песни. Атмосфера такая народная. Вокруг терема. Русское такое. Гуляй, Россия, гуляй, страна. С Масленицей всех еще раз. Везде какие-то розыгрыши. Все обозреть невозможно. Любителям компьютерных игр. Забыл, как эта игра называется. Подскажите. У меня микрофон есть. Хотите, подарю? Смотрите, давайте сделаем коридор.
Чего ты хочешь? Микрофон? Вот так вот вставай. Топ уже пустой, видать, все подарки сняли. Вот, давайте, давайте, давайте. Помогайте взрослые. Народу много, все кушают, закусывают. Ладненько, идем поджигать. О, зажгли, зажгли. Зажгли зимушку. Хорошо. Опять я иди, этот момент смотрите, пропустил. Иди, давайте ко мне, вот сюда, поближе. Кукла быстро сгорела. Опять я в парке Берендеевка не успел снять момент поджигания, скажем так. Спалили нашу зимушку. Гори костер. Здравствуй, весна. Пепел прямо летит. В парке Берендеевки также есть пейнтбольная зона. Здесь можно пострелять. Тоже есть кукла. И шашлык здесь есть. Это все на территории ипподрома. Вот здесь происходят пейнтбольные бои. Вот одна из команд не встретилась. Я застаю конные тренировки. Кто любит лошадей, коней, записывайтесь. Есть секции. В прошлом году я здесь записывал автогонки «Ледовая дуэль». Мы найдем обладателя самого большого. Мы стали свидетелями поджигание куклы масленицы в пейнтбольном клубе. Находится он на ипподроме в нашем городе. Здесь была тоже какая-то программа. Победитель, у кого всех больше жетонов, будет поджигать куклу. Кому удалось заработать? Итак, я думаю, никто не будет против, если Пухов Дима зажжет масленицу. Не против. Если не против, поаплодируйте. Помощью ты выполнишь эту сложную миссию. Готов? Я прошу всех сместиться с флангов, переместиться максимально к воротам. Желание. Музыку, за пазуху масленицы засунули. Смертельный номер. Мальчик зажигает масленицу. Молоток справился. Его проинструктировали, как что поджигать. Гори, гори, зима, зимушка. За мой репортаж, это уже вторая кукла в костре. Так мы провожаем зиму-зимушку. Все-таки мы покидаем парк Берендеевка, пейнтбольный клуб, который находится на ипподроме. Парк на Никитской. Встречай нас. До свидания. Парк Берендеевка. Гори-гори ясно, что не подаст. Улица Никитская. Здесь раньше я служил. По контракту ракетная дивизия была, сейчас ВДВ. Один из входов в парк на Никитской. Посмотрим, как гуляет в парке на Никитской. Здесь сегодня будут сжигать гигантскую куклу-масленицу. Много здесь аттракционов.
парке тоже дым коромыслом, жарят шашлыки. Так, почем здесь чай? 30 рублей 40, шашлык 260 рублей, дороже, чем в Берендеевке. В Берендеевке мы покупали где-то в районе 200, мы лично брали за 220. Здесь есть такие беседочки, где можно все ваши вкусности употребить. На территории есть кафе «Терем», где вы можете посидеть, вкусно поесть в тепле. Здесь есть такие летние беседки. Обычно здесь летом сидят, отдыхают. Ну, сегодня масленица, видите, зимой полно народу. Я иду к сцене, где происходят всяческие развлекательные мероприятия. Аттракционы работают. А вот и кукла. Зима-зимушка. Да, большая. Самая большая, из которых мы сегодня видели. Что-то из дискотеки 80-х. А, тут, видимо, караоке происходит. Мужичок какой-то с микрофоном. Так, послушаем. В прошлом году здесь танцевали цыгане. Что-то сегодня не видно. Примерно такой праздник в парке. Ребят, я затанцевал. Стабилизация. Какая стабилизация? Не буду ничего стабилизировать. Ноги танцуют. Застеснялись сразу. У нас бабушки самый активный народ. Кстати, ребята, вот здесь раньше вот мой детский двор, там я жил. Об этом парке летом хочу сделать отдельный ролик. Так что подписывайтесь, подключайтесь. Так, что у нас здесь? Увидим мы, как жарят блины или нет. Одни шашлыки на масленице. Что такое, а? Наконец-то. Вот такая есть блинница. На ней жарят блины. Скоро праздник. 8 марта. Наших женщин, девушек, девочек, внучек. Я всех поздравляю с наступающим праздником. Счастья вам, любви, здоровья. Всего-всего хорошего. Из белых роз. Дело у нас дошло до блинов. С масленицей всех, господа. Масленицы, друзья. Друга нет. Всем хороших друзей. За дружбу. Забей гвоздь. Еще раз. Он такой выглядит. Говорите, я мальчик, да? Да. Ребят, в парке на Никитской весело, очень весело. Добро пожаловать. Смотрите вас!
ребята нас поздравили. А в это время на сцене «Играй гармонь, русская!» И снится нам. Снится нам сама трава у дома. Скоро лето, друзья, скоро лето. Прощай, зима, здравствуй, весна. Давайте, ребята, попури советских песен. Ребята зажигают. У нас осталось 10 минут до поджигания чучела. Вот она, зима-зимушка нас ждет. Солнышко вышло. Весна, весна. О, Хэви Метал на сцене, на гармониях. Русская версия. Ухнем. Ухнем. Еще раз. Извините за мой голос, я не заканчивал музыкальное училище. Народ уже, кто под головой, начинает танцевать. Веселье в разгаре. Когда где-то уже в парке, в Берендейке, в центре закончилось шоу на Никитской. Разгар, разгар гуляний. Друзья, с масленицей вас! С масленицей! Мишаня, не грусти! Зима кончилась, на волю выходишь, лето настает! Давай, пока! Пока! Пока, ребята! Внимание, внимание! Финал моей истории, моего репортажа, поджигания гигантского чучела, чучела масленицы. Осталось 4 минуты. Папа! Бабуля! Давай! Папа! Бабка-ёшка, я поручкался. Ребята, все-таки олимпийский чемпион пришел, даже два. Сейчас зиму-зимушку припорошат бензинчиком. Махмуд, давай поджигай. Сколько можно тянуть? Прощай, зима. К факелу подходит олимпийский чемпион. Вспомните, в каком виде спорта. Рупер. Гори, зима. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Жар от костра прямо в лицо пышет. Друзья, спасибо всем за просмотр. Кто поставит лайк, огромное спасибо. Комарохи начали закидывать костер снежками. А мы поближе к дому. Мне еще сегодня, к сожалению, работать. Друзья, на этой ноте я завершаю свое видео. Как поется в песне «Пусть вам повезет в любви». Всем большой, чистой, взаимной любви.
Еще раз всех с праздниками. Жду от вас это или это. Всем до свидания. Всем пока. Такая была сегодня масленица в моем любимом городе Костроме.